Совсем скоро станут известны столицы областных сельских спортивно-культурных праздников «Королева спорта» и «Праздник Севера» на 2021-2025 годы. В Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта конкурсная комиссия рассмотрела заявки и презентации кандидатов на проведение сельских олимпиад. Свои районы представили первые лица муниципалитетов, главы и их заместители по социальным вопросам. Муромцевский район вообще считается северной территорией Омской области и, скажем, никогда летние «Королевы спорта» на территории Муромского района не проводились. Вот мы пытаемся впервые заявиться на данное мероприятие, провести у себя именно летом. Считаем, что муромчане достойны того, чтобы вот показать свой район именно в плане того, что летний вид спорта нам совершенно по плечу, о том, что мы способны участвовать и занимать достойные места. Но при этом для этого необходимо подготовить спортивное сооружение. Явное преимущество – это, конечно же, географическая близость к городу, наличие хорошей федеральной трассы, железной дороги. У нас очень удобная логистика района, поселок Марьяновка, он очень компактный. И вся инфраструктура, которая будет задействована на областном празднике, она вся в шаговой доступности. Поэтому, я думаю, будет, кроме удобств, ничего не будет. Наша история праздников с севера и королев спорта в 2020 году будет ознаменована юбилейной круглой датой, да, 50 зимних праздников, 50 летних. И хочется сказать о том, что по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова продолжена конкурсный подход к выборам на следующие 5 лет муниципальных районов, которые примут финалы праздников Севера и Королев спорта. Естественно, финал, который является апофеозом вот этого вот большого многоступенчатого спортивного праздника, должен проходить в очень достойном месте при огромной поддержке болельщиков, при красочной культурной программе, обеспечением работы всех сопутствующих служб. Список потенциальных победителей направлен на рассмотрение в правительство Омской области. Именно распоряжение губернатора и поставит точку в определении лучших.